Здравствуйте, и снова вы на кухне в Любани. И сегодня я хочу вам предложить рецепт приготовления начинки из квашеной капусты, пирожки. Вот так вот. У меня есть квашеная капуста, я хочу показать ее, как я ее готовлю для пирожков. У меня в ближайшем планах пирожки с капустой на заварном тесте. Поэтому, пожалуйста, смотрите. У меня есть квашеная капусточка, вот она. Порезана, хочу сказать, очень-очень меленько. Если у вас длинные такие кусочки, или как сказать, порежьте, пожалуйста, их, чтобы они были помельче, чтобы с пирожка вот так не тянулась эта капуста. Вот здесь у меня две средние луковицы. Вот я уже нарезала. Вот. Лука не жалейте, потому что начинка должна быть вкусной. И такая вот морковь, где-то 100-120 грамм. И 50-70 грамм подсолнечного масла. Смотрите, значит, сковородочку я уже разогрела. Выливаю сюда половинку масла. Ну, чуть-чуть оставлю. Вот. И сейчас сюда отправлю лучок. Вот лучок. Лучок будет жариться потихонечку, а мы за это время натрем на крупную терочку, натрем морковку. Вот. Уже шипит, все, значит, жарится. Посматривайте за лучком, следите, чтобы не погорел. И тут же вот я на крупную терочку, сейчас так вот, на крупную терку, на морковку. Итак, смотрите, вот на морковочку я натерла вот так вот, на крупную терочку. И теперь лучок у нас так немножечко прижарился. Сразу отправляем морковочку. Сейчас я разверну досточку. Обратной стороны. Вот. Отправляем сюда морковочку и обжариваем. Не сильно, так немножко, как моя бабушка говорила, припустим, потому что, чтобы не погорело, следите, пожалуйста, это очень важно. Это очень важно, что перемешивайте, не отходите особо никуда, чтобы не погорело. Вот. Минуточку-две поджарим, и сюда же пойдет капуста. Итак, смотрите, вот так вот поджарили морковочку с луком. Вот. Немножко, не сильно обжаривали. Теперь сюда я отправлю капусточку. Всю сразу капусточку. Вот видите, она у меня так мелко порезана и не длинная. Я еще раз повторюсь, если у вас она длинненькая, то вы ее пополам разрежьте, чтобы не получилось, что пирожок съели, а капуста еще во рту. Понимаете, потому... Вот. И сюда же я, заметьте, я не знаю, как готовит кто, я хочу сказать, я с вами делюсь рецептом, как готовлю я. Я сюда не добавляю ни пасту томатную, ни сок томатный. Даже если готовить буду, или готовлю, допустим, сосисками, с грибочками, можно сюда грибочки жареные добавить, отдельно обжарили сюда. Но только это уже не в начинке пирожки, а просто как вот сосисочки можно порезать, добавить тоже обжарить. Это очень вкусно. Смотрите, вот где-то здесь грамм 50 водички добавляю. Вот. И накроем сейчас крышечкой. Вот сейчас хорошенько все перемешаем. Пусть немножечко она протушится, так сказать. Но это не сильно. Чуть-чуть протушится. Там у нас еще осталось маслечко. Я же не все выливала. Вот где у меня было в чашечке. Добавляем. Это получится 70 грамм масла подсолнечного пошло. Или растительного любого там. Кто кукурузные любит, я не знаю. Ну, оливковый, я думаю, не стоит сюда. А там, смотрите сами. Вот сейчас вот так вот немножечко перемешали. Пока не солим, ничего не делаем. Вот. И накроем крышечкой и будем тушить минут 10. Ну, посматриваем периодически. Посмотрели, перевернули. Итак, смотрите. Капусточка наша обжарилась, выключаю. Вот, давайте сюда ближе поставлю. Вот такого она цвета. Вот видите, вот. Она не будет красной, у вас не будет изжоги от того, что здесь нет томатной пасты. Немножко достынет, она еще немножечко потемнеет. Соль, перчик, это все, если вам нужен сахар, у вас кислая капусточка, вы добавьте сахар. Это вы на свой вкус делаете. Вообще, вот, ну, это довольно вкусная капуста получилась, как начинка и, как я уже говорила, как второе блюдо. Вот. Я буду делать пирожки в ближайшее время, то ли сегодня через пару часиков, то ли немножко позже, потому это все будет записано, пирожки будут с капусточкой, будете заходить и смотреть. А пока заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои пожелания, замечания, делитесь рецептами. А пока до свидания.